Купил масло «Газпром нефть» для двухтактных двигателей. На канистре с маслом имеется защитная голограмма, то есть уникальный код, который можно проверить на сайте. Давайте проверим подлинность этого масла. Итак. Как лотерейный билет. Так, немного поцарапалась канистра. 0,19. Фокусируйся. 0,19. 2,0, 43, 28, 3, 47, 206. Сейчас проверим. На официальном сайте дата изготовления масла 17 августа 2020 года. Так, сейчас проверим на сайте. Масло. Приобретал на российской торговой площадке. Способ довольно-таки простой, но тем самым исключает возможность подделки. Лейте свою технику масло оригинальное. Вот таким вот простым и незамысловатым способом можно проверить масло на подлинность, то есть на подделку. Ведь в наше время очень много контрафакта. Давайте будем с этим бороться. Хотя бы вот таким вот способом. Вбиваем цифры, которые нанесены под защитной голограммой на канистре. Итак, мы видим, что данный продукт прошел проверку, и он действительно настоящий. Делитесь в комментариях своими способами проверки и какое предпочитаете лить масло в свою технику. Я имею в виду масло двухтактное. А кому понравилось видео, отмечайте его лайком, подписывайтесь на канал и благодарю за просмотр.